Друзья мои, всем привет! Сегодня мы продолжаем наши экскурсии по Днепропетровску. И сегодня у нас 13 января 2022 год. Погода у нас прелестная. Сразу же вам хочу сказать, сегодня утром было минус 15 градусов. Зима пришла к нам, но послезавтра уже у нас будет плюсовая температура. Я вам сегодня хочу показать следующие наши места. Но кто не подписался еще на мой канал, подписывайтесь, друзья. Кто подписался, участвуйте в моих, участвуйте в моих съемках, рассказывайте, что вам понравилось, что не понравилось. Ваше впечатление, мне очень важно ваше мнение. Друзья, кто не подписался, подписывайтесь. До новых встреч в эфире. Показываем наш Днепропетровск. Мой родной город Днепропетровск. Мы находимся у монумента славы воинам, партизанам и подпольщикам. Это один из главных символов города. Монумент находится на набережной. Там открывается изумительный вид на речку Днепр. У подножия монумента всегда горит вечный огонь. Сейчас я вам покажу его, друзья. Но возле самого монумента очень прекрасная панорама города открывается. Открывается река Днепр. Прекрасная. Сейчас зима, но вид прекрасный, замечательный. Монумент открыт 31 октября 1967 года. И там есть такие слова от благодарных днепропетровцев. Люди, пока сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. И рядом красивые высотки новостройки. Жизнь продолжается. И благодарим тех, кто положил свою жизнь за наше счастье. Город Днепр постоянно своими красивыми новостройками все ближе и ближе спускается к реке Днепр. Город расположен на реках Днепр и Самара. Четвертый по численности населения город Украины после Киева, Харькова и Одессы. До 1796 года и с 1802 по 1926 год город носил название Екатеринослав. С 1796 по 1802 год Новороссийск, а с 1926 по 2016 Днепропетровск. И здесь же мы увидели такую прекрасную площадку для выгула собак. Собачка. В письменных источниках название Екатеринослав впервые упоминалось в 1776 году в рапорте губернатора Черткова Григорию Потемкину, где была такая фраза: «Проект на построение губернского города Екатеринослава на речке Кельчене, недалеко от падения ее в реку Самара, с подлежащим планом, профилями, фасадами и со сметами». Город находился на левом берегу Днепра до 1784 году, а затем строительство официально перенесли на правый берег. В 2021 году установили новую арт-скульптуру «Узел». Узел, который невозможно разорвать. Установлен он напротив парка Шевченко. Ну и это не просто узел. Это знаковый элемент вместе с пятью большими белыми камнями. Он составляет единую композицию. Это пространство нетипично для нашего города. Ведь оно выполнено в светлых тонах. Архитекторы хотели сделать его открытым и светлым, используя традиционные для Днепра бетон и гранит. Климат Днепра классифицируется как влажный континентальный климат без сухого сезона и жарким ливнем. В году в среднем 260 солнечных дней. Это прекрасный солнечный город. Приезжайте к нам!